Всем здравствуйте, меня зовут Смакова Алина, я член инициативной группы, член комитета, создаваемой оппозиционной партией «Алла Казахстан». Мне 21 год, и в последнее время я задумываюсь о том, что тот патриотизм, который навязывали нам в школе, действительно навязывали, он фальшивый. Нам навязывали, что там вы должны любить свою родину, вы должны любить и принимать власть, какой бы она ни была. Нет. Да, мы должны любить свою родину. В первую очередь мы должны любить свой народ. Мы должны уважать свой народ. Быть патриотом — это значит быть хозяином своей страны, непосредственно принимать участие в жизни своего государства. Как мы должны к этому прийти? Чтобы человек стал патриотом, он должен понять, что он что-то значит в своем государстве, что его действительно слышат, что к нему прислушиваются, но при этом наши права не очень часто ущемляются. Мы постоянно с этим сталкиваемся повсеместно, с тем, что наши права ущемляются. Они ни во что не ставятся, и это, в принципе, ставит под сомнение демократичность нашего государства. Чтобы стать патриотом, это должно прийти к тебе изнутри. А как люди в таком государстве могут стать настоящими патриотами? Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка, нищая на вокзале, продающая картошку.